Вот я, ладно, вот у правительства попрошу, вот сделайте для несчастных людей, вот у меня зубы, есть зубы, а как я их вытащу? Это надо обезболивающее делать и так далее, а где это? Где это нечестно. А вот сделали бы такой день, чтобы больные туда в один день зубы себе подлечить, вообще подлечить человечка. Старенького, он уже в иной мир уходит, подлечить его, дать ему еще хотя бы пару хороших светлых дней. А вы же не пару светлых дней даете, а вы его на смерть посылаете быстрее, чтобы еще быстрее утопить, да. А он бы за это время бы, вот если бы он сходил, его подлечили, он бы еще пожил бы чуть-чуть, хорошо бы, вот. А это у вас просто талантов не хватит. Потому что вы сейчас вот все вот эти артисты особенно, вот спортсмены, им кучу, миллиарды денег валят. Все валят. Вот. Молодежь, зацек такой охеренный, так далее и тому подобное. А старики ходят, свою жизнь вздыхают, да топчат по ним. Я уж не знаю, что вот вообще вот стариками делать. Или сделайте что-нибудь такое праздничное. Короче, я не прошу, я прошу, ну, примерно от вас, вот, например, вот через 10 лет, вот через 10 лет сделайте что-то там приятное для пожилых людей. Вот, для пожилых, через 10 лет, и то вот, я же не прошу каждый год там, через 10 лет хотя бы, вот как, вот и юбилеи какие-то, вот эти тоже вот делают, там это, столетие делают, вот сейчас вот этот праздник, вот скоро у нас сейчас идет 70-летие войны, а нельзя бы вот это 70-летие войны просто отбросить, а... Не 70 лет войны это справлять, а людям, старикам, пожилым, вот справлять, дайте им, чтобы они пожили хорошо, красиво. Вот, красиво пожили, по городу походили, чтобы они как в чину были, на высоте были, на яхте покататься, там, на... Говорят, старуха, мол, с парашюта не могут же спускаться. Старуха тебе хоть где спустится. Дайте вот эту возможность им парашютную откройте. На танки их посадить, пускай они танк. Пускай она постреляет там, да, эта бабуля, да. Или на танки танк поводит по старости лет. И пускай фору покажет молодым вот этого. Молодым фору, они, я уверен, покажут такое, что у вас дыбом волосы будут у всех подниматься. Вот эти обыкновенные старые бабульки. Вот дайте вот эту возможность. А то что-то вообще... А молодежь она мне... Молодежь она и есть молодежь. А вот старикам последний раз дайте фору. Вот, фору давайте, давайте. И никогда их не списывать. Не списывать их не надо. Вот так-то надо. Вот так. И, а что этот праздник? Вот этот, даже праздник вы сейчас откроете 70 лет, как войны не было. Для кого? Для чего? Кому? Кому он нужен, этот праздник? Да он никому не нужен. Мне он тоже не нужен. Я вот, когда маленький был, я...